Все ли в порядке со звуком? Заодно давайте проверим комментарии. Очень прошу вас, напишите что-нибудь в комментариях, чтобы по поводу звука и по поводу изображения быть спокойным. Видимо, я зря жду каких-нибудь комментариев. Ладно, давайте с вами начинать. Так. Сейчас вам должна быть видна презентация. И я. Давайте начнем. Голосовое управление для умного дома – это наша сегодняшняя тема. Да? Что выбрать и как интегрировать заголовок. Давайте с вами рассмотрим основные моменты. Почему сейчас все движется и что с этим делать. Так, для начала мы посмотрим, что такое голосовые ассистенты вообще. Дальше посмотрим на Apple, посмотрим на Amazon, Google немножко. И дальше посмотрим, что именно мы сделали и посмотрим, как настраивать то, что именно мы сделали. Теряю надежду получить от вас какую-нибудь обратную связь в виде комментариев. Да, все в порядке. Ух ты, это у меня, видимо, не обновлялось. Ну, прекрасно. Поехали. Познавание голоса. Что в этом нового? Еще в 2004 году я был в Англии. Мне показывали разные объекты. Клипсал, тогда уже Schneider Electric подключался понемножку. И мне, конечно, самый интересный был стадион Уэмбли, который через год, по-моему, сгорел.
Но второй по интересности был проект, где было установлено управление голосом. Это было что-то типа такого хосписа, или скорее госпиталя для старелых, инвалидов, где в очень хороших условиях содержались пациенты. И на меня потрясающее совершенно впечатление произвело то, что они могли, не вставая с кресла, управлять светом, телевизором, могли вызвать сестру, да, и так далее. Я тогда подумал, да, что пройдет годик-два, вот за этим буду. Но, к сожалению, ничего такого не произошло, и прошло 10 лет, да, и все равно ничего подобного не случилось. Вот только-только оно начинается. Мы с вами давайте посмотрим, что именно начинается. Почему? Сейчас случилось самое крупное событие. Оно состоит в том, что просто распознавание голоса, в общем-то, как оказалось, никому не было интересно. А на рынок через распознавание голоса выходят технологии искусственного. На цифровые помощники, с которыми мы сейчас начинаем дело, первый массовый продукт искусственного интеллекта это то, что мы сейчас с вами, может быть, не окончательно понимаем, да, но тем не менее слушаем Маска, слушаем Хокинга, о том, что это может быть опасно, да, о том, что там Илон Маск говорит по сравнению с искусственным интеллектом, мы будем с вами как домашние животные. Стивен Хокинг вообще говорит, что человечество может быть разрушено. Но, тем не менее, они немножко не так себя ведут, как, казалось бы, должны вести после таких слов. Да? Тот же Илон Маск, что он делает? Он инвестирует в технологию нейронные кружева, да, которая предполагает, что человеческий мозг соединится с технологиями искусственной. Собственно, и мы с вами, несмотря на большое количество всевозможных страхов, когда все это идет, наверное, должны думать о том, как жить в это новое время, как хорошо вот в это новое время вести бизнес. Для этого нужно в первую очередь хорошо знать, что приходит и как с этим. Вот, если посмотреть на цифровых помощников, какой именно это вид искусственный? Видов искусственного интеллекта на данный момент ну, много я видел теорий всевозможных, но самые правдоподобные разделяли искусственный интеллект либо на два варианта, либо на четыре. Да, вот мне больше всего нравится тот вариант, который на четыре. Чистые реакции. Это первый вариант. Чистые реакции – это искусственный интеллект, который победил Гарри Каспарова, который в Го побеждает. Это просто очень мощный компьютер. Второй вариант – это искусственный интеллект с ограниченным восприятием. Да, то есть в нем уже есть мощные технологии глубокого обучения, да, но его восприятие ограничивают. Вот именно к этому варианту относятся персональные помощники. А их четко совершенно натравливают на определенные сервисы. Да, с этими сервисами они работают. Они работают с голосом, с человеческим, то есть, ну, понятно, что глубокое обучение используется для того, чтобы лучше воспринимать в разных языках, с разными акцентами и так далее. И вот дальше этого он выйти не может. Следующий – это уже искусственный интеллект, понимающий эмоции. Тот, который, посмотрев, что вы пишете, видев ваше лицо в камеру, поймет, что вы чувствуете. И следующий искусственный интеллект – это интеллект. Да, это по-разному это называют. Сингулярность, да. По-другому это называют. Это вот тот самый опасный. Нам до него еще долго. Продажи голосовых помощников взлетают так, как когда-то взлетали продажи айфонов. Помните, в 2012 году вышел iPhone 4. 4, потом 4S. Их было за год продано 32 миллиона штук.
А в 2017 году сейчас около 30, между 30 и 35 миллионами штук продано голосовых помощников. Это отдельные какие-то колонки, предназначенные конкретно для того, чтобы слушать вас, ваш голос, да, и как-то с вами общаться. Ну, в основном это Amazon Echo, конечно. То есть скоро мы их будем видеть абсолютно везде. А какие сейчас основные помощники? Да, вот, вот, собственно, и главных, самых командных. Конечно, есть много всевозможных. Дуся, Даша, Алена и русскоязычных тоже. Да? Но мы говорим о тех, которые быстрее всего развиваются, и о тех, которые мы сейчас будем видеть везде. Потом, конечно, никак к ним еще много соединиться. Начнем, ну, конечно, с Siri. Потому что по установленной базе никто с Siri не может курировать. Что такое Siri вообще? Siri — это результат исследований компании DARPA. DARPA — это кто? Компания, которая... Ну, во-первых, это подразделение Американского министерства обороны. Во-вторых, это ребята, которые изобрели интернет. Что они сделали? Они инвестировали примерно в какой-то момент 150 миллионов долларов, где-то в 90-х годах, в то, чтобы собрать несколько сотен лучших специалистов по искусству на тот момент и создать проект для оборонной, естественно, промышленности. Его... Фактически ту компанию, которая стала наследником всех патентов и разработок, SRI она называется, и выпустила приложение Siri в 2010 году как отдельное приложение. Он, да, вот его вы видите сейчас на экране. Именно его приобрела в 2010 году Apple вместе со всеми патентами, да, и со всем остальным. Есть некое предположение, да, что потому как это все развивается, если в 2010 году Siri превратилась в часть iPhone и в один из сервисов, которые доступны. В 2020 году iPhone будет просто с доступа гораздо более актуальному. Хочу вам включить большое видео. Вы угадайте, что там показывает. Earthquake has devastated. An international disaster relief effort is underway. With the U.S. military providing support and protection. The Abu Aswad terrorist group has threatened to destroy what it is calling an unprovoked American invasion. Listen up. An RPG's just been fired at a C-17 on approach to the airfield. These are the additional security forces in theater that are available. The president has pledged that the airlift will continue, despite both the conditions. Major, welcome aboard. We need to get you up to speed ASAP. Are you familiar with PAL? Yes, sir. I've had my assistant for a year or so. I gave my PAL a list of tasks during my first in-processing session. Over the past 3 years, we've been training our PALs to monitor, retrieve, and display component planning and execution information to include the current ATO and ACO. PAL's organizing it the way the boss wants to see it. Lots of yellow halos. Mm-hmm. Do the halos mean that PAL is working in all those applications? Yes. We've integrated PAL throughout the command center. PAL knows the battle rhythm. It'll keep you up to date. Good morning, Major Reeves. I have available current SJF HQ, SOPs, schedules, personnel list. Display other PALs in the air shop. Display the current battle rhythm. These are my priorities. I'm attending this meeting. Set up my briefing prep package for guidance given to these other PALs. Learn commander's priorities from every meeting I attend. Here are the materials you need for the meeting. Present shift change read ahead per usual preferences. Highlight key events and new guidance from the JTF commander over the past 24 hours. Priority overview. Seven C-17s have landed at Fernando over the last 10 hours. I see the boss is concerned about...
Да, я постарался отключить сейчас шумоподавление в микрофоне. Надеюсь, что будет звук лучше. Так вот, кто такой Пэл? Пэл — это и есть то, что сейчас называется Siri. Так вот, если проследить по тому, кто и что в этой области разрабатывал. Да? Так, напишите, пожалуйста, все ли, ну, лучше ли сейчас стало с точки зрения звука, или все то же самое. Должно было стать лучше. Угу. Хорошо, движемся вперед. Чем хороша Siri? Siri, во-первых, поддерживает русский язык, да? Поэтому ее мы, в общем-то, и будем использовать в первую очередь для того, чтобы управлять умным домом голосом. Да, кстати, почему мы раньше-то не использовали технологии управления умным домом голосом? Точнее, мы использовали, но они ужасно все работали, либо даже те, которые работали относительно неплохо, они, в общем-то, не использовались коммерчески, да? Я сам пытался продавать там какие-то системы, HomeSpeak они назывались, да? Абсолютно это все не шло. Может быть, пара было каких-то инсталляций, которые там с микрофонами более или менее как-то начинали работать после того, как их несколько дней обучаешь. Вот именно за счет искусственного интеллекта. Так вот, Siri сейчас единственный такой глобальный мировой искусственный интеллект, который нормально поддерживает русский язык. Я не говорю, конечно, про голосовые помощники Яндекса, да, и про Дусю, которые появились там вот в последнее время. Я тоже их очень люблю. Но вот в глобальном плане Siri единственная, которая поддерживает русский язык, за что ей нужно быть очень благодарным, несмотря на весь этот ее военный бэкграунд. Также Siri сейчас, безусловно, несмотря на огромные продажи Echo, имеет самую большую установленную базу. То есть она доступна, ну, абсолютно всем обладателям новых устройств Apple, включая macOS, iOS и tvOS, да, включая Apple TV. У Apple существует технология HomeKit. Да. Что такое технология HomeKit? HomeKit — это платформа для автоматизации умно-бытовых приборов там, и домашнего пространства. Она представлена, была вместе с iOS 8. Устройство HomeKit должны сертифицироваться, и политика сертификации устройств HomeKit достаточно жесткая. Совместимые устройства вы можете найти вот по этой ссылке. Ну, на самом деле, любой может найти эту ссылку, просто если вобьет HomeKit, там, купить, да, или Apple HomeKit устройство. Так вот, HomeKit — это единственная технология, которая позволяет использовать Siri и управлять умным домом. Собственно, через нее мы с вами работаем. HomeKit работает как относительно безопасный и относительно приватный вариант управления. А почему? Потому что это единственный из глобальных персональных помощников, которые анализируют ваш голос сейчас под рандомным идентификатором. Да? Поэтому нет смысла, например, сейчас полицейским обращаться, там, я не знаю, в Apple, а не записали ли вы сцену убийства, да, какого-нибудь, которое произошло там, там-то и тогда-то, да, вот, пожалуйста, передайте нам эту запись, как обращаются в Amazon. В Amazon, Amazon и Google анализируют голос под учетной записью. Apple говорит, по крайней мере, что голос анализируется под рандомным идентификатором, и они даже не знают, чей именно голос анализируется. Но это понятно, да, потому что все сейчас боятся проблем в том, что будет нарушена какая-то приватность. Программное обеспечение, к сожалению, для HomeKit сертифицировать нельзя. Да, это вот некоторая проблема для нас. Мы встречаемся иногда с Apple, с представителями разными в разных странах по поводу того, что, а вот, ребят, может быть, сертифицируемся под HomeKit? А они говорят, нет, вот знаете, железки мы можем сертифицировать, а софт мы сертифицировать пока не планируем. Ну и ладно. Вот как это все работает.
Есть некий голос, да, он отправляется в облако, там его Siri анализирует, результат отправляет нам обратно. И дальше от устройства уже напрямую команда идет управляемым прибором. Да, какие приборы управляются, вы уже видели ссылочку, где их найти. Ну, там, не знаю, по-моему, 50, что ли, приборов или 60, как-то так. Если вы используете Apple TV и iPad, то у вас появляется больше возможностей. Да, с HomeKit и с Siri. Если у вас дома есть Apple TV, то вы можете создавать правила и автоматизацию, automation там это называется. То есть вы можете создавать правила и сохранять их на Apple TV. В общем-то, ну, довольно удобно. Также Apple TV дает удаленный доступ. Но вот многие спрашивают, только ли через Apple TV можно получить удаленный доступ для домашней системы через Apple. Нет, можно еще получить удаленный доступ через iPad. Если у вас есть постоянно включенный iPad дома, то когда ваше устройство выходит из Wi-Fi, например, смартфон, он продолжает управлять через этот iPad, который становится, ну, в этом смысле, в каком-то смысле роутером, он продолжает вашу систему управлять удаленно. Да, поэтому вот обратите на этот момент внимание, не все это знают. Многие спрашивают, а как управление же в Home, оно привязывается к учетной записи. Соответственно, вопрос, а каким образом отправить приглашение на нужный Apple ID из приложения Дом? Там есть такой раздел Invite. То есть, например, вот ну, у меня когда-то, когда я первый раз это делал, возник вопрос, а как передать это управление еще и жене, да, у себя дома. Я пригласил ее Apple ID через вот этот инвайт, и у нее сразу на всех устройствах, включая Apple Watch, появилось управление, и сразу же все заработало. Работает хорошо, нигде я, к сожалению, не нашел, сколько максимум инвайтов мы можем пригласить, но однозначно довольно много инвайтов, несколько инвайтов точно мы можем сделать для учетной записи HomeKit. Также Apple анонсировала замечательную штуку HomePod, который должен конкурировать с Amazon Echo и с Google Home. HomePod это, ну, с одной стороны, это просто колонка, а с другой стороны, это точка доступа к Siri, которая позволит вам, не имея даже других устройств Apple, пользоваться услугами персонального помощника и, что для нас важнее всего, голосового управления. То есть у нас ничего не будет в руках для того, чтобы через Siri по-русски работать с умным домом. Вот, но колонка эта будет доступна, по-моему, они ее к Новому году хотят запустить что-то типа 27 декабря в нескольких странах. Россия среди них, к сожалению, не значится. Но, понятно, серый импорт, да, и так далее. Я уверен, что в начале уже следующего года будем тестировать. Какие команды управления домом поддерживает Siri? Ну, достаточно банальные. То есть все можно попробовать. Если спросить Siri, что ты можешь, она тебе ответит вот примерно таким экраном, как вы сейчас видите, если вы выберете приложение «Дом». Ну, включить свет там-то. Если вы включаете, например, диммеры, то она сразу же их считает светом. А если же выключатель, например, не диммер, а именно выключатель, то есть такой тип, как выключатель, она поддерживает, вам придется говорить «включи включатель», «выключи включатель», «выключи все включатели». Это не очень удобно, но вот тем не менее. То есть по-английски это нормально «lights» и «switches», да? А по-русски это «свет» и «включатели». Обратите тоже на это внимание, когда будете настраивать. Установи температуру такую-то, да? Это если есть термостат. Если нет термостата, например, кондиционер. Например, многие термостаты, они определяются как термостаты для кондиционеров, то надо говорить кондиционер, там 25 градусов. Также можно назвать имя сценария, и он сразу же будет запущен. А теперь, да, не только далеко Apple существует на этом рынке. Есть, конечно, Amazon Echo. И в мире, наверное, он себя лучше сейчас чувствует, чем Siri для управления, в том числе умным домом. Какие у него отличия? Это дело работает cloud to cloud, да, облако-облако. Многие считают, что у нее лучшая технология распознавания речи,
но некоторые говорят, что не любят акцентов. Я вот этого не заметил, но так говорят. Лучшая технология распознавания речи в каком смысле? В том смысле, что микрофоны очень хорошо встроены в эхо, и много их. И издалека очень хорошо, даже когда громко играет музыка, они понимают вашу речь. Это вообще выглядит как чудо. Планируется ли русский язык? Нет, русский язык пока не планируется, насколько все специалисты Amazon говорят. Но если будет, это будет очередное чудо. Для того, чтобы стать совместимым с Alexa, а Alexa — это тот самый виртуальный персональный помощник, который стоит за Echo, нужно написать приложения некие. Эти приложения называются скиллы. Skills, да, и сейчас уже несколько десятков тысяч этих skills существует. Собственно, и для того, чтобы работать с нашим продуктом через Echo, нужно будет именно установить skill Iridium. Да. Там самый простой процесс регистрации разработчика и самый простой процесс самой разработки. Она неплохо понимает контекст. Да? То есть, если вы ей что-то говорите, следующее предложение она может уже воспринять, предполагая что-то дополнительное из предыдущих. Вот. Да. Вот как это все работает. У нас есть устройство. Да? Кстати, Google работает примерно так же. Они отправляют куда-нибудь команду, то, что они услышали. Дальше они связываются cloud-to-cloud с системой, которая управляет устройствами. И иногда, и изредка, они с некоторыми устройствами, буквально их единицы, Bluetooth в основном, они могут работать напрямую, но 99% случаев они работают через облако. То есть вы подключаете систему к какому-нибудь облаку, и облако-облако, они уже друг с другом договариваются. В этом, собственно, и отличие от технологии Apple. Дальше. Эхо умеет звонить, но она умеет звонить только в США, поэтому этот слайд у меня остался пустым. Эхо действительно позволяет набрать номер по Северной Америке, включая там Мексику и Канаду, да, позвони там, позвони маме, да, он позвонит маме. И он умеет даже принимать звонки. То есть, если настроить Алексу на то, чтобы принимать звонки, он будет, да, принимать вам звонки. И вы можете не брать ничего в руки и отвечать на звонки. А какие команды для дома понимает? Ну, самое интересное это, ну, конечно, самое часто используемое поначалу это Alexa Discover Devices. Discover Devices предполагает, что вы будете... что она еще не нашла ваше устройство и найдет. Alexa, включи свет, да, там, Alexa, отрегулируй свет до 50%, да. Ну и так далее, в общем-то, по большому счету, все то же самое. Да, не все знают, что можно Echo попробовать. И я вам сейчас попытаюсь показать, как. Есть такой сервис замечательный echosim.io. Так, сейчас давайте переключимся. Вот. Вот этот сервис. Логин для Амазона. Заходим. Я, правда, не совсем уверен, услышит ли он сейчас микрофон, потому что микрофон сейчас используется для вебинара. Ну да ладно. Discover Devices. Discovery is complete. I found 31 smart home devices. Сейчас вы должны уже слышать, наверное. Alexa, turn on wall light.
Okay. Turn off wall light. Okay. Ну, собственно, вот, да. Теперь по поводу скиллов, да. Вот Alexa Skills, те самые. Да, и здесь вы можете поискать Iridium. И вот они мы. Собственно, дальше вы можете зайти в этот скилл. Вы можете его enable. Вот здесь вот нажать на кнопочку подключить, да. И, ну, у меня надо его disable сделать, потому что он у меня уже подключен. И там есть кнопочка Manage Devices and Smart Home. Они таким вот образом управляются, эти устройства. Вот, вот устройство, да. Вот тот самый Wall Light, которым я управляю. Вы можете их переназвать, да, и тогда они будут видны вам правильным образом, именно тем, как... Именно так, как называются, да? Либо вы можете их кидать в группы. Если вы зайдете в Iridium Mobile Net Store, то вы можете поискать Echo, нажать на кнопку на сам модуль, и здесь вам будет инструкция, каким образом вы заходите туда. Да. И самое главное здесь что? Вы ищете устройства, подгружаете их куда нужно. То есть в Iridium Cloud как проект. Дальше идете вот сюда, в сервисы. Логинитесь. Выбираете ваш проект. И вот у вас будет secret key, секретный ключ. Да, и Alexa у вас будет подключаться. Примерно так же будет работать и Google Home. Да, вот этот секретный ключ вам нужно будет ввести, когда вы устанавливаете приложение, модуль Alexa. Да, то есть вы добавляете модуль и вводите секретный ключ. Вот, вот на этом этапе. Так, хорошо. Сейчас я снова переключусь на камеру. Посмотрю комментарии, как там дела. Да, Евгений написал, что у него все висит, и больше ему никто не ответил. Может быть, у кого-нибудь не все висит? Я очень надеюсь, что последние 17 минут все было в порядке. Так, продолжаем. Угу. Продолжаем нашу презентацию. Google Home. Google Home, в общем-то, очень сильно похож на Alexa, поэтому, я думаю, долго на нем останавливаться не будем. Самое главное, что нужно знать про Google Home, это то, что он использует технологию виртуального ассистента Google Assistant, и это не Google Now. Это не то, что мы с вами имеем в Android-смартфонах или в приложении Google на iOS-смартфонах. Да? То есть мы там, окей, Google, сделай то-то, это не Google Assistant. Google Assistant работает cloud-to-cloud, на данный момент доступен через устройство Google Home, а также в смартфоне Pixel.
Без голоса текстом он доступен еще и в мессенджере Allo, Google Allo. Русского в нем пока нет, когда будет неизвестно, несмотря на то, что в Google Now с русским все хорошо. А процесс тестирования у них плохо построен, много ошибок в API у них. Это то, что наши разработчики уже обнаруживают сейчас. И у них реально сложная система опрова. Да? И поэтому вы можете уже найти модуль для Эхо у нас в сторе. Вы можете найти модуль для HomeKit, но вы не можете найти пока модуль у нас для Google Home, потому что он уже достаточно длительное время на опруве в Google. Они просят большое количество изменений, которые не предполагает сама документация. То есть они придираются и к логотипам, да, и ко всему остальному. Ладно. Также он тоже понимает контекст, и он понимает контекст, как я слышал, лучше, чем Amazon Echo. Опять же, по тому, что рассказывают, контекст в Google просто прекрасный. Какие команды он поддерживает? Вот некоторые из них, ну, как обычно, для света, для климата, включить то-то, так-то, да, то есть я не буду на них останавливаться, это все примерно одинаково для всех трех больших голосовых ассистентов. А как же Microsoft и Cortana, да, спросите вы? А Microsoft договорилась с Amazon, да, и где-то до конца этого года они обещают, что можно будет сказать на любом Windows 10 компьютере: «Эй, Cortana, открой Алексу». Она откроет. По-английски, конечно, и тот, и другой русский не поддерживают. Или сказать Эхо: «Алекса, открой Cortana». Да, а в Cortana действительно много вещей, которые лучше, чем у Алексы реализовано. И это все будет работать. Да? Поэтому вот на данный момент вот так вот. То есть Microsoft пока отдельных своих стратегий по выпуску отдельного устройства и персонального развитию как бы Cortana в этом направлении пока не планируют. Также вопрос, а только ли это для дома? Да, многие интересуются, насколько это в бизнес-проектах применимо. Знаете, уже большой популярностью пользуются скиллы для Echo, которые интегрируются с Salesforce, со Slack, да, с бизнес-мессенджером и с большим количеством других бизнес-приложений. А также есть довольно много запросов уже на то, чтобы Echo использовать в переговорных. Да? У нас не очень, потому что с русским языком в Echo все плохо, а отдельные колонки и устройства Apple пока что нет. Поэтому ну вот, надо к этому готовиться. Да? В переговорных что может делать Echo? Ей можно сказать, вот во время прямо переговоров может сказать: «Алекса, назначь встречу тогда-то и тогда-то с такими-то и такими-то». Да, она скажет: «Хорошо». Да, то есть упрощает процесс переговоров и результатов. Ну, понятно, можно поуправлять и освещением, да, и климатом, и даже запустить режим презентация. Вот, в общем-то, то, что нужно. Вот, теперь раздел «Что сделали мы?», а также будет небольшая демонстрация того, как настроить наше устройство для HomeKit. Пока, как обычно, посмотрю комментарии. Как там у вас дела? Угу. Ну, супер. У всех в основном все в порядке. Так. Возвращаемся к презентации. Итак, что же сделали мы? Мы сделали Iridium Gate for Voice Control, да, вы его могли видеть на сайте. Что это? Это готовый контроллер с лицензией Iridium Gate, он включает уже в себя стоимость модулей, да, для которых приобретается. Собственно, для чего это вообще сделано? Вот смотрите, вот это рынок Китая, да, это вот недавнее относительно где-то годовалой давности исследование рынка Китая по системам умного дома, где KNX прямо на удивление взял 42%. 38 собственные протоколы разных компаний, закрытые, проприетарные.
Так вот, вот она совместимость HomeKit. Чуть-чуть устройство Z-Wave Zigbee, чуть-чуть. Некоторое количество проприетарных устройств и некоторое количество Wi-Fi устройств. Да, вот, вот все, с чем совместим HomeKit. А вот то, что получается, когда мы подключаемся. Да? То есть мы, наше устройство, оно дает HomeKit вот такой вот вариант работы. Собственно, для этого мы его и сделали. Вот как он работает с HomeKit. У нас есть облако, есть устройство, да, команда отправляется Iridium Gate, и вместо того, чтобы пытаться достучаться до устройств, которых она не понимает, она попадает в Iridium Gate, который понимает, да, и отправляет команды всем устройствам, которые, собственно, которые знаем мы. Также это устройство может работать и с Amazon, и с Google. А для этого у нас есть собственное облако, да, и оно работает cloud-to-cloud с облаком Amazon и Google. И вот таким вот образом это работает, когда мы работаем с ними. Да. Работает ли это все с Iridium Lite? Да, работает. Но я немножко подробнее расскажу уже, когда буду демонстрировать. Да, работает ли с Iridium Pro? Да, тоже работает. Тоже немножко подробнее уже после расскажу. Вот. Сейчас давайте я подключу iPad. Выведу iPad на экран. Угу. Вот приложение Дом. Сейчас сюда никаких домов не добавлено. Оно ничем не управляет. Выберем приложение i3 Lite. И будем его использовать как конфигуратор для нашего гейта. Создаем новый проект. Вы можете нажать кнопочку «Начать подключение», если у вас будет уже готовая лицензия и QR-код. Я нажму «Проект без сервера». Для теста лучше такой вариант использовать. И сервер добавлю уже из конфигурации в Trial режиме. Идем в устройство. Добавляем. У меня здесь есть HDL. Ищем устройство, которое здесь есть. Ну, давайте вот так вот как-нибудь. Ну, или все. Давайте выберем все. Добавим все. Он скачивает модули из Iridium Store. Сейчас скачает Zimmer, Relay. DLP панели. Теперь второе, что нам нужно сделать, это нам нужно добавить модуль Gate для HomeKit. Нашли его в поиске. Видим цену, но для Trial режима эта цена, понятно, неинтересна. Для Gate тоже неинтересна, потому что она входит в его стоимость. Для коммерческих проектов Lite эта цена интересна. Вводим пароль, какой-нибудь восьмизначный, который мы будем потом вводить. Что еще мы можем здесь сделать? Мы можем добавить, например, макросы, то бишь сценарии. Да? Мы можем добавить макрос, например, не знаю, холодно. И в этот макрос добавить действие устройства DLP-панель. Входит в режим cooling. Да. И устройство DLP-панель устанавливает температуру, допустим, 18 градусов, да, хорошо. Теперь, чтобы убедиться, что макросы, которые мы создали, они доступны
для HomeKit. Мы можем зайти в его настройки, информация о модуле. И вот здесь вот справа наверху нажать на шестеренку. Да, видим, что здесь ну, все так же, как было раньше. Заходим в само устройство HomeKit. Вот здесь шестеренка, уже правильная. И здесь, видите, есть devices, устройства. И галочками отмечены те устройства, которые будут видны HomeKit. Да, и также есть режимы modes. Макрос, то есть. Вот режим холодно, да. Он будет виден HomeKit, я его отметил. Теперь что нужно сделать? Найти контроллер. И, собственно, сохранить в него все это дело. Мы нажимаем кнопочку «Активировать». Он активирует тот контроллер, который у меня сейчас находится. Если контроллер уже активирован, то таким образом к нему присоединиться нельзя. Нужно его сначала отключить от того проекта, в котором он активирован. После этого для других проектов он будет уже виден. На этот момент обратите внимание. Для работы на сервере необходимо перезапустить проект. Да. Нажимаем продолжить. Вот он перезапустился. И, в общем-то, нам теперь i3Lite уже больше не нужен. Да, вот, ну, уже ни для чего. Идем в приложение Дом. Нажимаем начать работу. Добавить аксессуар. Он говорит, есть у вас код? Нет, кода у нас нет. И вот, пожалуйста, аксессуар сам. Да? Нажимаем на него. Он говорит, аксессуар не сертифицирован. Ну, с этим ничего не поделать, потому что программное обеспечение Apple, как вы знаете, уже не сертифицирует. Вводим наш пароль. И вот, собственно, все устройства, которые у нас есть, они добавляются в приложение Home. Да. Вот мы по очереди добавляем в разные комнаты. Ну, я добавлю просто все. А после этого покажу, как можно каждый из них отдельно перенести куда нужно. Сейчас вот их 30 штук. В общем-то, ну, довольно уже много. Максимум HomeKit поддерживает это 99. С этим, к сожалению, ничего не сделать. Тут все вопросы к Apple. Да, вот почти все. Угу. И в конце наш макрос. Теперь смотрите, у нас есть здесь раздел «Дом». Здесь у нас видны те устройства, которые находятся в избранном, в фаворитах. Также наверху какая-то информация, да, какая температура у нас, допустим. Есть у нас комнаты. Да, но есть у нас только комната по умолчанию пока что. И вот здесь у меня, по-моему, парочку уже, да, групп работает. Вот сейчас. Да. Вот две группы света у меня уже здесь работают. Пятая и четвертая. И я могу каждую из них, например, добавить в нужную группу. То есть я могу нажать подробно, после долгого нажатия на сам элемент, выбрать комнату. Пусть это будет гостиная. Да? Тип. Что это будет? Свет или выключатель? Да, пусть будет свет. И могу включить в избранное, если мне это хочется. Вот, включаю в избранное. Так. Пятое. То же самое. Говорю ей, что она гостиная. И говорю ей, что она не выключатель, а свет. Ну, потому что по умолчанию он все релюшки кидает в выключатели. Считает, что они выключатели. А вот диммеры, на которые можно долго нажать и вот так вот регулировать, вот они у него по умолчанию свет. Также давайте термостат возьмем, который у меня здесь находится. Нажмем подробно и кинем в комнату гостиная. Собственно,
Вот у нас появилась комната-гостиная. И здесь у нас есть две группы. Каждую из них, конечно, можно назвать, как мы захотим. Да? То есть у меня это бра и споты там на потолке. И термостат для кондиционера. Вот. Теперь где это будет все видно? Отсюда мы видим, да, что это управляется и показывает статус. Откуда еще? Во-первых, вот отсюда. То есть вот с этого экрана, который доступен из любого приложения. Можно нажать на домик. Да, и увидеть то, что у вас находится в избранном. Также, да, поуправлять каждым из них. Если долго нажмете регулирование, режим, да, если надо. Также у нас все это дело доступно в Siri. Siri у нас... Включить свет в гостиной. Выключить свет в гостиной. Какая температура в гостиной? 23 Цельсия. Кондиционер в гостиной 22 градуса. Да. Ну, собственно, вот со всех устройств, которые у нас доступны для HomeKit, у нас будет вот такого рода управление. Также те устройства, которые недоступны для HomeKit, например, он не понимает их формат, у нас будет доступен макрос. Да? И вот, собственно, вот наш макрос. Холодно. Да, вот мы запустили этот режим холодно, и у нас все заработало как нам нужно. Запустить холодно. Все. Николай, да. Так, собственно, вот. Продолжим. Сейчас звук появился. Да, прошу прощения. Вот сейчас все должно быть в порядке со звуком. Угу. Да. Немножко пару минут последних повторю. Работает ли все это с Iridium Lite? Я видел в комментариях вопрос, это Iridium сервер или нет. Да, это Iridium сервер, но со специальной лицензией, специальной конфигурацией.
который предполагает, что у вас уже приобретены нужные модули. То есть это готовое решение. Gate — это готовое решение, которое сделано для того, чтобы вы взяли, например, готовый уже какой-нибудь объект, где Iridium Lite совершенно не нужен. Там будет KNX, IMX, Crestron, MyHome, да, или что там еще совместимо, HDL, да, и многое другое, что есть у нас в Store. И подключить это устройство и сразу получить уже готовое голосовое управление. Если у вас просто Iridium Lite, да, и какой-нибудь сервер для Iridium Lite, и лицензия обычная Iridium Lite, то вам придется доплатить за модуль HomeKit, да, и за другие модули. И да, там они тоже будут работать. Вот. Это будет, во-первых, подороже, во-вторых, ну, немножко другая задача, да, вот такого варианта. Работает ли все это с Iridium Pro? Работает. Но пока не настолько просто, как нам бы хотелось. Мы сейчас сами работаем в направлении того, чтобы все это заработало так, как мы хотим. Но пока что можно взять один из протоколов, который совместим и с Iridium Store, и с Iridium Pro редактором, и таким вот образом это все реализовать. То есть связь между ними реализовать на основе правил, на основе скриптов, на основе команд, да, и фидбэков, которые реализуются в протоколах там MQTT, KNX, да, там. Ну, я предполагаю, но еще не попробовал, что Modbus можно даже, если надо, Modbus CP. Но это надо пробовать, конечно. MQTT, KNX, да, без проблем совершенно. Но потребуется отдельный сервер Iridium Pro, да, то есть вы не можете сервер Iridium Pro запустить там же, где Gate или Lite у вас находится, то есть это отдельное устройство будет. Собственно, вот что я хотел вам рассказать. Теперь самое, может быть, некоторым интересное. Спецпредложение для тех, кто сегодня участвует в этом вебинаре. Вы можете в течение 3 дней купить по специальной цене, вот по этой ссылке есть специальное предложение конкретно для вашего юзер-аккаунта будет. Я сейчас эту ссылку кину в комментарии. Вы можете приобрести это устройство. Да, туда уже будут включены модули, причем будет включено сразу 3 модуля. И HomeKit, и Echo, и Google Home. Да? Собственно, вот. Предварительно спасибо за внимание. Сейчас переходим к вопросам. Я пока кину вам ссылочку в комментарии. Так, вот появилась ссылка. Угу. Можно ли добавить гейт к имеющемуся сервер Raspberry Pi в рамках проекта для i3 Pro? Александр, нет, можно добавить гейт как отдельное устройство только. То есть, если у вас сервер уже есть на Raspberry Pi для i3 Pro, то, ну, короче, на одном и том же устройстве и Pro, и Gate, и Lite это все не запускается. То есть, это все требует разных устройств. Сколько устройств поддерживает Google и Amazon? Больше ли 99? Сергей, там таких ограничений нет. Там вы разрабатываете официальные приложения или скиллы. Да, и там, ну, теоретически у вас может быть сколько угодно, чего угодно. Но я вот на данный момент не могу однозначно сказать, какое там конкретно ограничение. Вот про 99, которое четко есть в HomeKit, я ничего такого там не слышал. Сравнивали ли Iridium Gate и Pixis для управления голосом? Илья, не то чтобы сравнивали, да, мы с ребятами иногда общаемся, мы знаем этот продукт. Отличие наше в том, что мы встраиваем голосовые помощники уже в нашу существующую структуру, да, и встраиваем в систему Iridium Store, да, то есть мы поддерживаем довольно большое уже количество, может быть, несколько сотен модулей, которые есть в Iridium Store. Вот это вот, собственно, то, что мы видим как главное наше отличие.
Также, если сейчас мы работаем на одном типе контроллера, да, вот для которого мы гейт сделали, а там внутри, собственно, Raspberry, да, и как и Pixis, мы планируем это сделать и для других типов серверов на Iridium, то есть и для других Linux серверов, и для UMC, в котором есть прямое подключение к KNX и HDL сейчас, и для Windows устройств, и для других Linux контроллеров. Правильно ли я понял? В принципе, это изделие может работать без Iridium Lite и без Pro. Да, абсолютно правильно, Раймондус, вы поняли. Это отдельное совершенно изделие, которое... Iridium Lite здесь нужен, чтобы вначале все настроить, и все. Да, после этого Iridium Lite вам не нужен вообще. Так, Александр спрашивает, соответственно, Iridium Gate не может параллельно являться Iridium Server? То есть нужно иметь два устройства в инсталляции. Смотрите, если у вас Lite, то вам Iridium Gate не нужен. Если у вас Lite на объекте, то вы устанавливаете модуль Iridium HomeKit, да, из Store или Echo. И сейчас на данный момент есть требование, чтобы это был контроллер RPI, да, Raspberry внутри. Если у вас Iridium Pro, то да, вам нужно отдельное второе устройство в инсталляции, Александр. Ну, я всех благодарю. Вопросы, похоже, закончились. Вот вам еще раз ссылочка, да, если кто-то пропустил. Есть ли какой-то тестовый период для инсталляторов? Дмитрий, если вы тестируете этот функционал в Iridium Lite, то тестовый период для каждого проекта 60 дней, да, бесплатный. Можно ли поставить лицензию Gate на свой сервер, например, Raspberry Pi? Роман, можно поставить лицензию не Gate, а лицензию модуля HomeKit на свой сервер, если у вас Raspberry Pi, и он работает с приложением Iridium Lite. Да? Если работать с Iridium Pro, нельзя. Если с Iridium Lite, можно, и отдельное устройство Gate вам не нужно. Планируется ли поддержка в Iridium Lite, система ABB Free at Home? Ранее об этом заявлялось. Павел, да, мы честно пытались. У нас даже была работающая версия. Но для того, чтобы она была очень хорошо работающая, нам нужна была поддержка от ABB, которую ABB на тот момент представить, к сожалению, отказалась и отказалась открывать официально API, да, и все остальное. Поэтому мы с этим приостановили до того момента, как ABB будет готова открыть свой API. И готовы в любой момент, как только ABB скажет и даст отмашку. Да, и с этим все в порядке, например, с Legrand, да, и Bitichino, там, Free at Home. Не Free at Home, извините, My Home. Все в порядке и с некоторыми другими системами, у которых нет таких проблем, как у Free at Home. Так что и у Free at Home будет тоже все очень хорошо. Но вот когда ABB будет готово. Ну что, всем большое спасибо. И до встречи. Всем пока.